Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях вот такая вот коробка. Здесь у нас должен быть кран Viomi, который я покупал на магазине Banggood, по-моему, по 29,99 или что-то такое. На AliExpress он дороже, поэтому я выбрал Banggood. Banggood доставляет вот в таких тонкие пакеты, упаковывают обычно, и доставляет Mist Express'ом. И поэтому нужно не удивляться, если будут какие-то сколы или там коробка будет побита. Возможно, даже иногда бывало, что... Даже товары внутри портятся, потому что Mist Express не щадит посылки. Вот. Но что поделаешь, Banggood с ним сотрудничает и, ну, довольно быстро присылают их. Но вот жалко, что они плохо к ним относятся. Mist Express — это украинская служба доставки. Не отличается она хорошим качеством. В общем, смотрим. Коробка вот такая. Здесь у нас надпись Viomi. Я так понимаю, какие-то габариты 420 на 240 на 57. Далее маркировки 2010-2014. Это, наверное, стандарты качества какие-то или, может, сертификаты. Так, в общем, ничего больше интересного с этой стороны нету. С этой стороны у нас как выглядит кран. Дополнительные данные. То есть 360 он крутится, можно горячую, холодную воду. Это я не знаю что. И 304 тоже мне непонятно. То есть, наверное, это модель... Вот, ну давайте будем распаковывать. Дополнительно она, видите, заклеена скотчем. Наверное, здесь нам нужен вот такой вот будет ножичек. Смотрим, здесь уплотнитель, и это очень хорошо, потому что есть шанс, что служба доставки не уничтожит его. Ох, нихера себе он здоровый. То есть, ребят, простите за выражение, и тяжелый такой именно, блин. Можно на махач идти с ним. Ва, сапка, короче, вот такая вот. Вот так крутится, то есть смеситель, холодная вода, горячая, включил, настроил, выключил. Давайте посмотрим еще раз. Вот так он двигается. Мне не совсем было понятно, как он двигается, когда на картинках не совсем понятно. В общем, и вот так все работает. Решеточка стандартная, но я сюда потом со временем докуплю и добавлю поворотную голову, вот тоже вот Xiaomi, вот Viomi. Смотрим снизу, что у нас здесь. Здесь у нас помечено, слева у нас горячая вода, справа холодная, то есть hot и cold, H и C. Дальше давайте посмотрим, что у нас еще идет в комплекте. Вот это вот я не знаю, то есть я не сантехник, это, наверное, снизу закручивать, да, то есть фиксировать эту тему всю. Как-то это все, наверное, вот так закручивается. Вот, и снизу прикручивается вот так. Скорее всего, это будет. У нас идет инструкция. На каком? На китайском. Чисто китайский, скорее всего, да? Да, полностью китайский. Нарисовано, как что подключается, куда. Все на китайском абсолютно. Но это не проблема. Картинки есть. Картинки вроде бы все адекватно нарисованы. Ну, я тут придраться не к чему. Дальше. Вот это вот уплотнительные кольца, которые вставляются сюда в проставку. То есть я их одел неправильно. Вот так это. Точнее, снизу вот эти будут, сверху вот это. И вот так оно все будет выглядеть. Ну, уже потом, когда мы соберем, я это все покажу, как это будет выглядеть. Ну и две шланги, которые накручиваются уже на трубы с горячей холодной водой. Я не помню, у меня колонка, я не помню, как у меня эта вся система выглядит, но осталось теперь посмотреть, как и что, и прикрутить, и уже посмотрим, как он будет работать, и будет ли он, просто он слишком высокий, я не знаю, поместится ли он у меня на кухне, но мне кажется, что будет нормально. В общем, мы все посмотрели, комплектация хорошая, то есть мне нравится. Качество очень классное, считаю, что этих денег он однозначно стоит. Вот как выглядит старый кран. Насадку вот эту я еще купил для Xiaomi сюда, новую аэратор. Вот, будет немного другой по стилю добавиться. Вот, но выглядит намного круче, приятнее собирать было, чем я, допустим, больше времени потратил на разборку, откручивание. Картинка как на этом. Да, класс. А ну сверим. Точно, как на этом. Я больше времени потратил на откручивание старого крана, чем на прикручивание нового. То есть теперь все работает, все удобно здесь было. И, допустим, вот включили холодную воду теперь. Включаем горячую. Кран заработал, но аэратор нужен. К
кстати, разбрызгивает, он не брызгает так сильно, как брызгал старый кран. Ой, как горячо. За счет того, что он прямо и высоко, он не так разбрызгивает воду, но с аэратором не знаю, как будет, вот. Но добавим, пока вот такая вот у нас. Давайте смешаем. Все отлично, все получилось. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.